Кертал, у тебя целка 25 полностью закрыта. Сейчас бой спадет, попробую еще раз. Лети сам, мы мобов бьем уже. С Долорана там недалеко долететь. Набирай побудитель. У Нсики проходки нет. У кого нету? У Нсики? Угу. Бурибай, значит, ты балом будешь. В достижениях посмотри, каких там тебе боссов не хватает. Скорее всего, Лана и пропал. Если там кто-то желающий где-то есть с проходкой, один слот есть, если что. Я в ЦЛК 25 убивал только Синдру и Лича сегодня. Ну, ага. Когда-нибудь еще остальных убьешь. Ну да, попроще. Да, давайте, удачи вам. Давай. Давайте, один врывается, один пробудителя берет. Там, если что, от ударной волны, вот этой, как она называется, взрывной волны, можно отбегать. Она кикается, если что, ее можно кикать. И станет. Сбивается станом, притяжкой, фиром, салом. Дезориентиром, наверное, тоже сбивается локовским или роговским. Саня, ты был в Паловске, ИБШ. Ну чё, у два соски нет проходки, что ли? Два соска, блин, а ты два соски. Да что, приелось. Вполне возможно, что нет, он не каждый РТ появляется по работе. Ну, по лайт, может, у него есть. Нету. Хуёво, чё. Печально. Проф, Алана, Синдра, Лич остались. Остальное вроде закрыл. Ну, 8 боссов с пугами все закрывают. Я 25-ки хожу, только рейд. Гильдии, никаких пугов. Когда Геру на фул будем закрывать, будем вагончиком проходочки делать. Хотя в то время уже, наверное, РС будет без проходки. Да нет, по-любому бы останется проход. Как с Зуламаном. Потом РС 25 сделают, один хер проходка. С ГМ уже ХМ убрали проходку, 25 ссылка. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Я пока не могу прочитать это заклинание. Два раза по 17к. Клиф какой-то.
Блять. Кого ж туда закинуть? Сколько демонов в рейде? Один? Кто демон из вас? Быстро двигался. Угу. А Грилли, ты имя имен, это что у нас? Чё? Афлик. Имя имен тоже Афлин. Нагрите пачку, вон чё. Вон звезда. За спину моба. Из-под лица выйдите. От моба. Так, ну давай с этого начнем. Рарник в танков третьего. Мордонец основную. Рарник первую. Этот копию. Бротовар последнюю. Сейчас там кила через минуту подойдет. Ищите рыбу пока что. Так, Гурибай, ты тут был? Ну то же самое, танков прохиливаешь, а это, в свету будешь с ДЦшником. На Халионе. А какие будут в темной пати? Скажу все. Хорошо. Сейчас три босса убьем. Там это самое. Короче, на конях будьте, чтобы в начале боя там 100 стаков на босса не накинуть. Сейчас Кивайн подойдет. Чтобы потом уже рейндж найти, нормально встать. Так, Килай тут и ВБ тут. Все готовы, Мордонец запускай. Хилам место даем. РДД. Хилы танка должны прохиливать, так что. Он ведет сюда, в центр, к нам, так что отходим заранее. Рейндж, рейндж набирайте. Так, короче, Бурибай, значит, это самое. Сейчас 66, ладно, хуй с ним. На... Я тебе скажу, когда бабл нажать, чтобы тебя волна не откинула. Знаешь эту фишку? Нет? Ну сейчас, короче, я тебе скажу, готовься. Не на этой, а на следующей волне. Сейчас, я надеюсь, он не сдохнет. Нормально. Сейчас два танка прохиливаем. Встаем так, чтобы мы два танка доставали, килы. Остальные нам место уступаем. Там где-то сзади позиционируйтесь. Так, и, значит, будет... Будет этот не зыбко, тебя готовься тоже сейчас на вот эту хуйню. И под лицом не надо стоять.
Так, захиливайся. Сразу собаку там вызывай, чтобы ману порезать. Давай, не зыбку. Давай рарник сокру. Блять, рарника заебашила. Мордонис, забери. Или про товар. Я сейчас третьего забираю. Вот тут надо было на эту волну, короче, бабл. Если отдал, то нормально. Блять, из-под ебала уходим этих мобов. Все, мордонцы захиливаем. Вот теперь я буду водить их двое. Все, от мордонца отходите просто, он ведет мобов. Отходите право-лево. Или за спиной мобов. Или за спиной мордонца. И спами в него хил. И кто там еще и протовар живой у него. Я от протовара далеко, вот живо. И все, встаньте поближе к протовару, кто-то там. Синтек погибите, поудобнее, наверное, друг, я пока стою в этого, в мордонца. Все, и просто добиваем. Немножко не вытащили этого паладина. Чё, заходите. Могло произойти. Дайте маги столик пожрать. Тыкните столик. Жрём. Тут, короче, метки будут. Так же, как на Синдре, такой же принцип, 10 метров от этих меток и метки между собой 10 метров. Вот, и это из рейда выбегаете. Только туда в озеро не бегите, там босс будет туда повернут, туда дыхание будет. Хант. Кстати, стоп, это самое, Хант, у тебя есть этот усмиряющий выстрел? Он у всех есть. Ну, есть, а на панели он есть у тебя, Хант? Вот, это самое, знаешь, да, у этого босса выступление будет, когда он вырастет, сразу стреляет от выстрел. Это самое главное. Так, все, еще раз проверка. Все готовы, запускаем Ордонец. Так, метки смотрим. 5 меточек повешается. И красные такие галочки над головой будут. С ними надо выйти. Вот выходим. Выходим. Что ДБМ не вешает, нихуя. Охуеть. Щитки все засчитывали. Мам. По стеночке едем, чтобы босса не испулить. Значит, рарник дальний, мобы вар ближний, откуда мы заезжали. И мордонец на боссе.
Ну ладно, тогда вар всех собираешь. Надеюсь, не лайпнемся. Еще ШВ дашь. А, ну то, все, тогда в танке, ладно. Когда подержишь с той стороны. Мордонец, рарник. Все, иди пуля. Там мобов подальше от рейда держать, чтобы они не уезжали. Так, про товар давай ШВ, короче. Берегитесь. Зубы по ДК дайте. Ну все, там уже добили, уже не шотнет. Кинула на всякий. На ту сторону переезжайте, только через босса не едьте, едьте по краю, по кружку. Пока метки поставлю. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Так. Рубиновое святилище пало. Если танк заходит с одной метки, то вы заходите с другой метки, которая это сколько так, как там, блядь, 90 градусов перпендикулярная, блядь, да? Правильно. О, где вроде Мака жил? Сейчас уточню по проходке. Так. У мага есть проходка, присуманим? Да, да. Давайте шкаф сумоним. Так, значит. Во тьме мордонец, как обычно. Давай ты, короче, с ромбика начнешь. Также с ромбика и заходить будешь. Но это самое, про товар у тебя перехватит на... Ну, как урона берешь там, после первого метеора. Вот, про товар свет танчишь, значит, с тобой остается Бурибай. Килая, короче, тоже оставайся. Просто стойте здесь, курите, ждите третьей фазы. Килая, короче, тебе ассист дал. Там на третьей фазе... Говори там, когда метеор перебегает, там можешь на себя, не знаю, какой-нибудь этот. Какую-нибудь хуйню повешь, там ромбик хуй знает. Вот. Босса никуда не вертеть, не крутить, ни порталы никакие. Вот как он есть, в ромбик смотрит, так и есть. И это самое. Ну, максимум что-то можете перебежать, если метеор в танка будет. Вот, потом можно обратно вернуться. Во тьме двигаемся за звездочкой.
Значит, первая и вторая пати в тьме играете. Имя имен, Гриллит, обратите внимание, вы в РДД, но играете во тьме, остаетесь. Третья и четвертая пати, вы выходите в свет. Там танчит Протовар, во тьме танчит Мордонец. По хилам Буребай, Скилай в свету остаются. ИВБ, Синтек и Войт во тьме остаются до конца. Так, во тьме, давайте, кто будет диспелить. Синтек, подиспелишь? Тебе попроще как-то будет на эрдру. Метку, когда... Чё, нет, не видишь? А почему не видишь? Чё у тебя за дон? Короче, Вуду поставь, там все метки показывают. Хуёвый дон хилбот. Короче, ладно, ИВБ, ты видишь метки? Тоже хилбот. Это и чё? А мне там... отображать будет ваше? Не знаю. Короче, ну, метки надо диспелить. Ну, если вы не видите, будем качать аддона, значит, блять. Я не знаю, что вам сказать еще. Ну. Я постараюсь последить. Что-то делать там, пишет в чат, на человеке появляется огонек такой или тьма, блять. Ну, надо как-то. Ну, не получается аддон не показывать, значит, смотрим так глазами, блять. Ну, я хуй знаю. ДБМ, по идее, он должен. Ну, главное с человека сдиспелить, короче. Ну, сдиспелить могут все абсолютно, все классы, любые. То есть маг может, друид любой, даже кот может себя сдиспелить. Потому что он проклятие и магия. Проклятие и магия, это считается метка одновременной проклятием и магией. Короче, все, давай Мордонец на позицию. Как только он спулит, тогда только побежим бить. Все, все готовы. Стоим там на конях, готовимся забежать. По готовности? Все, да, да, сам по себе пуляй. Пуляю. Все, пошли, заходим. Значит, милики, для вас показываю расстояние, с которого автоатака бьет. Вот звезду посмотрите, милики, и сюда отойдите. Отсюда бьет автоатака. Близко к красному кружку не стойте. Побежали на ту сторону. Так, вар забирай. Угу. Видишь, ты тут он немножко сдвинулся, во тьме он будет ровно в центре, между этими метками стоит. Так, ну чё там, второй метеор что ли будет? А, посмотрим. 5% дамажим. Перебегаем, метеор. Перебегаем. Так, давай, с ромбика Мордонец зашел. Заходим. С треугольника. Заходим. Захиливаем. Все зашли там? Хант не зашел. Зашел. Давайте, это, забегайте. Так, понес. Вот до края он бежит. Вот я с него здесь полил. Все, бьем дальше. Так, можешь начинать крутить, как тебе удобно, или пропустишь шарик, или двигаемся звезде все остальные. Да, пропустил. Пропустил, хорошо. В звезде двигаемся. Вот тянка ботяры, блядь. Давай притон выноси. В звезде рейд двигаемся, сбоку босса мы находимся. Все, диспелил. Вадикон, но ее в свету реснишь, и она в свету также останется. Когда туда выйдете, синтек выноси. Ну, история, ты чё? Как? Вот объясни мне, как? Напиши в чат. Выходите, портал. Третья, четвертая. Синтек выноси. Вижу под боссом. Опа. Все, ложимся. Лужу под боссом. Кто ее диспелил? Ложитесь. Я случайно. В игру не заходить. В игру не заходить. Блять, в инс не заходить. ИВБ сдохни где-то. И дух сними. Дух сними. Или что у тебя там? Все, теперь покидаем да. Тело. Теперь заходим в инс. Но у меня получилось здесь полить.
Да я мясанула, у меня кнопка рядом хилила. Поставьте кнопки же поудобнее, чтобы это не диспелить. Ну или как-то аккуратнее. Заходим. История как? Тянка как? Лезвие не увидел. Ну, звезда для чего стоит? Позиционируешься в звезде и подходишь к боссу на максимальном рейнже от босса бьешь. Когда автоатака у тебя начинает бить, со стороны звезды это делаешь. Тогда тебя не убьет лезвие. Кто там? Тянка, тянка, я не помню, как она сдохла-то. Это беги к нам, съешь рыбу. Короче, смотри, Мордонис, сейчас знаешь, как сделай? Начни крутить раньше. А меня достанет? Да, сделай так, что я ты понял. Раньше. Да, потому что когда ты пропустил шарик вперед себя, и мы прокрутились два раза, вот эти лезвия, то портал у нас был немножко в стороне к лицу босса. И поэтому, когда люди вышли, там сель дамаг получила. Почти чуть не сдохла. Вот, если ты прокрутишь босса, и мы два раза крутанемся, то будет как раз портал возле нас, прямо в нас будет портал за нашими спинами. Вот, как портал появляется, сразу в него третья, четвертая пати выходим, ничего не ждем. Сель, ты где? Все поели рыбу? Рарник и Лёки не поели. Фласки масла обновите, пожалуйста, у половины нет. Масло. Так, все, на конях стоим, готовимся, Мордонис, иди, пуляй, как будешь готов. Угу, поехали, вообще кайф. Вообще кайф. Там про ДПС забудьте, особо не парьтесь, смотрите на тактику, ну делайте все, не умирайте от лезвия, ничего там. Вот меточка, пошел меточка, сразу сейчас диспелил, беги к нам. Пробегаем. Метеор, мы уже бежим, мы уже в звезде. Вот сельдь, хант, сельдь перед ебалом бежишь зачем-то. Булкин, ресы, ты во тьме, БР не потратишь, давай ресы сразу сельдь. Фулл баф по сельне. Сельдь перед ебалом, не бегай. Это дракон. Просто баф дал. У тебя там что-то. У тебя там что-то с агро этот. Все, давай, вар, набирай. Я не знаю, даже не бил. Автоатачил только. Ну там. Не стал. Там от доток идет агро. Метеор. Перебегаем. Перебегаем. Все, готовимся. Вардонис заходит. С ромбика мы заходим с треугольника. Зашли. Давайте. Играем. Так, все здесь. Даю Геру ДПС. Так, хант побежал на край. Возвращайся. Синтекс и ВБ посильнее по танку поработайте. Я что-то это... Вот сейчас начинаем двигаться. У нас нормально. А, ты пропустила. Если что, да? Я могу нырнуть. Не, пока не надо. Я верну. Радник. Я лучше поставлю как надо. Я просто к тому, что, блядь, и пиздеть надо. Примерно как-то так получится. Да, давай немножко пройдем. Только ровно 90 градусов стойте к боссу, потому что это, видите, у него попалый баб носит. Я как могу волной похилить, то поменьше по рейду буду, и метку еще диспелить надо. Смотри только это, на киса. Диспел, захил метку. Две цели тут, все надо хилить, метку и этот. Все, 3-4 вышли в портал. Уже. Вот там арканав, тянка, выходи, тянка, ты где? Я нашел. Все, говорите свет. Во тьме уже лезвие поставлены, пельмень выноси. У нас на 30% урона не лучше. Так.
Метеор, перебегаем. Булкин, выноси. Так, пока 60. Все, 50, да? Ваш. Смотрим меточка скоро. Двигайся. Чертал, выноси. Синтек побежал. У меня нет прожимов больше. У кого? Ну, это просто умирал. Я говорю, что у меня нет прожимов. Перебегаем, метеор. Уйди меня, пожалуйста. Так, грилли, ты уноси. Арканов, ты уноси. Ага, позвольте. Так, имя имен выноси. Не понимаешь, да? Имя имен не понимает. В смысле не понимаю? Все. Перебегаем, метеор. Все, молчи. Немножко не понимаешь. Вообще он правильно повел, только надо было лезвие дождаться. Но он пошел неправильно, надо бежать назад. 90 градусов, как Хурюк сейчас побежал. Вот лезвия были, как раз по ходу лезвия его носить, он так, наверное, хотел. Ну, неправильно он хотел. Ну, неправильно, неправильно хотел. Ладно, это в другой раз как-нибудь пообсуждаем. Чешка. Но так, как мы рулим? Кто у нас там? С шляпы представитель или кто там, или как? Кто рулить будет шляпы? Шляпа? Если грили, то можем. Да. От шляпы рулимся кто-нибудь. Значит, грилит от шляпы и килая от... это... чешку Миликов. Так. Кому-то плохо стало. Так, грилли ту закидываю, там отдашь кому. Когда-нибудь еще упадет чешка. Так, пояс. Ну это Ршамина надо дать, да, пацаны? Я так думаю. Как вы думаете? По ИПГП там, или как? Но он что-то не ролит. Значит, а цики. Кто-то еще претендующий есть? Нам не Хил... надо. А, эти. Нет. Холи Пала, возможно. Холи Пала претендует. Им тоже отлично он подходит. Да не, Бурибай, ты этот... Ты ретрик, короче, нормально. Я видел, как ты мажешь, 20к даешь, так что все, блядь. Да, Бурибай? Ну, по мейну. Ну, кольчуга на Ршаму заебись, я думаю, заходит. Плащ грилит и килая рольча. Топовый РДД плащ. Думаю, тут эти, как они, РДДшники должны порадоваться. Так, килая что там, 34, грилит 44, да? Тут что-то накидали роллов. Так, грилит. Ну, грилит 44. У меня вообще роллы не отображаются. Как мы с вами договаривались там? Типа, если чешка мили упала, мы ее отдали, допустим, в шляпу, да, то следующую мили чешку мы уже сюда отдаем, в этот, в Лигу Легенд, правильно? По чешкам вроде мы так хотели, что одну туда, одну туда. Да, это если одинаковые, одна туда, одна туда. Угу. Ну, тогда... Поэтому РДДшная и милишная следующая в Лигу уйдут. Да. Да, точно. Где-то запишите там, ну, я просто, ну, не знаю, не буду записывать там. Где-то запишите себе, что... Что, ХМ идем? Насчет ХМ я не знаю даже. Во-первых, мы не задепсим ребро, а повайпаться на нем. Ну, можно прийти там, ну, посмотреть, что там как есть. Ну, я, во-первых, за своего шамана не уверен, он точно в геру не годится. Не знаю, хотите? Ну, пошли. Пошли, долетим до целка. Не хотим. Не хотите? Ну, типа... Ну что, да, смысл вайпаться. Да, этот мы... рейд не для CLK гир. Этот... Если хочешь, надо пересобирать полностью рейд. Этот рейд, да, нужно одеть намного серьезнее, как бы. Плюс я не на постоянном своем персе, на котором все прям четко будет.